До нас долучається Роман Світан, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор, військовий радник голови Донецької ОДА 2014 року. Пане Романе, доброго дня. Привітаю, желаю всім здоров'я. Хотілося б детальніше поговорити про ранкову атаку, от, власне, про ці ракети Х-101 та Х-555. Власне, що це за ракети і, на вашу думку, чому саме ними Росія атакувала на сьогодні вранці? Путину надо было какое-то информационное сопровождение, информационная подушка для того, чтобы представить себя уже в качестве претендента на президентский пост в следующем году, участие в так называемых выборах, которые больше будут, наверное, переписывание фамилии, одной на ту же самую, в 649-й раз, скорее всего. И для того, чтобы это не осталось незамеченным, ему надо было какой-то вот такого уровня фейерверк, который они организовали сегодня. То есть запуск шахедов, запуск ракет, которых давно уже не было, и которые очень для россиян сейчас необходимы на складах, так как у них НЗ, неприкосновенный запас еще не восполнен после последних полутора лет работы этими ракетами. И удар по Харькову, особенно С-300, несколько ракет зашло. То есть вот такой фейерверк он организовал, чисто под информационный поток. Ну а цели были выбраны, по большому счету, одна из целей, основная, это Киев. Опять же, для того, чтобы в информационном потоке можно было показать, что была атака на Киев. И цели некоторые на Днепропетровщине, плюс, естественно, Харьков, я уже сказал. Х-101, Х-555 – это ракеты, которые сейчас используются в основном только из Ту-95-х. Это более-менее приспособленный к запуску этих ракет самолет. Используются в основном по две ракеты. Они могут нести до 8 ракет Х-101, но несут в основном по две, так как есть уже конструкционные изменения в полуплоскостях, и по 4 ракеты полуплоскость не выдерживает. По одной с каждой стороны, и вот, скорее всего, было не 19, было 20 ракет, одна упала, как всегда, на территории России, они запускали их из-под Энгельса, там в основном основной рубеж пуска, либо Энгельс, либо Каспийское море рядом. То есть, ну, дальше часть ракет была уничтожена, 14 ракет уничтожено, 5 прошло, то есть примерно 75% коэффициент уничтожения. В принципе, неплохо наша система отработала, но тем не менее надо понимать, что эти ракеты даже в уничтоженном состоянии, если они не подрываются в воздухе, они падают и срабатывает определенная система подрыва, и они еще наносят удар по земле там, где упали, причем вместе с противоракетой. Противоракета тоже несколько сотен килограмм, и это тоже большая проблема наземным структурам и нашим жителям. Ракета и Х-101, Х-555 – это дальние ракеты с дальностью больше 2000 километров, 101 вообще больше 5000 километров, а может идти. Они используют их по Украине уже как минимум второй год. Их у россиян, ну, не совсем много, если считать по общему количеству, и по номенклатуре они еще даже по этим ракетам на НЗ не вышли. Их около Х-101, 555, до 200 каждый. А им реально надо до хотя бы 300-400 ракет по каждой модификации. Потому, я думаю, они будут их беречь. Но для такого случая, как объявление путинской, будущих участия Путина в так называемых выборах, они их использовали все. Пане Романе, дивіться, раніше, ну, ще вчора, позавчора, позапозавчора вночі, власне, окупанти запускали по Україні, по всій території України, маю на увазі, в основному шахеди. Зрозуміло, обстрілювали ракетами прикордонні області, але ось така доволі масована ракетна атака, ми її давненько не бачили. Чи може це свідчити про те, що завдяки оцим щонічним атакам шахедів окупанти, як їм здається, знайшли, можливо, якісь слабкі місця у нашій ППО в різних областях, біля, в тому числі, можливо, енергооб'єктів. І тепер туди цілять ракетами. Ну, если смотреть по достаточному, ну, то есть все посмотреть за последние несколько месяцев маршрут исследования шахедов, так шахеды в основном шли на Староконстантинов.
Они пытаются шахедами достать до наших аэродромов Староконстантиновской базы. И когда-то на этой базе в 2018 году базировались F-15, пара F-15, самолет-заправщик и самолет-транспортник Galaxy. Садились 4 борта и выполняли боевые задачи там 1,5 недели. То есть на нескольких аэродромах, аэродромы подскока. И вот они пытаются, понимая, что F-16 могут тоже там базироваться, они пытаются как-то до них достать. И основная все-таки маршруты шахедов идут именно туда. А россияне сегодня, исходя из того маршрута, который они использовали, больше все-таки это такой информационный поток. Потому что заходили практически с одного коридора, потом разделились, часть ушла на Киев, часть отработала по Днепропетровщине. Этот маршрут захода, он не всегда, то есть это не основной маршрут захода шахедов. То есть связывать, наверное, не стоит. Больше все-таки информационный поток, информационное прикрытие. Даже больше скажу, наверное, россияне как раз и пытались, чтобы мы их сбили. То есть именно компактно запускали для того, чтобы создать какой-то фейерверк, чтобы можно было с информационного нашего потока уже создать какую-то картинку для себя, для внутреннего потребления. 95% того, что делают россияне, в основном для внутреннего российского потребления, для того, чтобы как-то воздействовать на эту психоэмоциональную составляющую российского общества. Тобто, я правильно розумію, що, власне, як ви говорите, ось ця інформаційна кампанія за допомогою цих ракет, це не є свідченням того, що ракетні атаки на Україну почнуть знову збільшуватися. Те, до чого нас, власне, готували вже кілька тижнів, як мінімум, поспіль, що ось настане зима, настануть холоди і окупанти будуть накривати територію України ракетами. Ну, им невыгодно это делать, по крайней мере, сейчас. Им около года придется накапливать ракеты для того, чтобы можно было потом ими разбрасываться. Как вот они сегодня практически уничтожили об нашу ПВО 1,5 десятка своих ракет. Чем больше они будут отправлять ракет, тем больше мы их будем уничтожать, причем процентом отношений тоже. То есть, если из 20 ракет мы там 15 уничтожаем, то из 100 ракет уничтожим 90 или 95, так как будет включена полностью вся система. Потому они этим заниматься не будут с точки зрения военной. Единственное, что может быть для каких-то информационных потоков, там как-то изгадить нам праздник какой-нибудь очередной, тот же Новый год или Рождество 25 декабря. Это не могут еще подсветить ракетами. Но основные задачи ракетами они уже выполнять не будут. Во-первых, это не функционально, то есть мы их практически все сбиваем. У них больше проходит шахедов, но опять же, потому что шахедов больше, они могут их использовать. Поэтому я не думаю, что ракетные атаки будут массовыми. Массовыми они точно не будут. И часто повторяться тоже не будут. У них их довольно-таки мало еще ракет. Я же говорю, им около года придется их еще собирать. Поэтому, я думаю, вот эта проблема больше надуманная с ударами по нашей энергосистеме, серьезными ракетными ударами, она уже ушла с прошлым годом. Именно тогда у нас была малая плотность противовоздушной обороны, ее можно было как-то вскрывать с помощью большого количества ракет в волне. Так как у нас коэффициент пресыщения был где-то 50-60 ракет в волне, мы могли сбивать, а все, что сверху, уже не получалось, оно проходило. Сейчас у нас коэффициент пресыщения больше сотни при волновом определенном заходе. Они, россияне, прекрасно это знают и знают, что потеряют больше ракет, если больше ракет будет в волне. Угу, зрозуміло. Пане Романе, щиро дякуємо вам за те, що надали трішечки нам оптимізму, що ми можемо трішечки видихнути, власне, і не сподіватися, що ракетні атаки будуть збільшуватися. Дякуємо вам. Нашим глядачам я нагадаю, що з нами на зв'язку був Роман Світан, це полковник запасу, військовий льотчик-інструктор, військовий радник голови Донецької ОДА 2014 року. Ну, а ми рушаємо далі.